Антон. А? Антон. Ну что, что? Да ну посмотри на меня. Что? Ну долго, просто смотри долго на меня. Антон. Ну что? Ну ты можешь долго на меня посмотреть? Ну? А ты знаешь, что скоро Новый год? Ну знаю, завтра Новый год, да. А ты уже купил мне подарок? Нет, еще не купил. То есть ты не думаешь обо мне, да? Нет, я думаю о тебе. Нет, подожди, как ты обо мне думаешь, если ты не купил мне подарок? Я сегодня тебе куплю подарок. А я... думаешь, я тебе не нравлюсь? Ты мне нравишься. Может, ты меня не любишь? Я тебя люблю, Лена. Нет, подожди, Лена, может... давай так, вот хочешь, выбери подарок, я тебе сегодня куплю подарок. Вот я не буду пока то, что я собирался, куплю то, что хочешь ты, давай. Не, ну так неинтересно. Ну хочешь, я дам тебе денег, купи себе все, что хочешь. Не, Антон, ну перестань, ну мне хочется, чтобы сюрприз был. Какие деньги? Ну зачем вот это вот? Ну что ты говоришь? Ты знаешь, я люблю тебя, мне не нужны деньги. А сколько? Ну, а сколько тебе нужно? Антон, ну это вообще такой неудобный разговор. Зачем мы зашли до такого? Что значит, сколько тебе нужно? Перестань, вообще неприятно даже об этом говорить. 200 тысяч. Что? Сейчас, секунду, тихо, сколько? Ну что тут непонятно? 200 тысяч? 200 тысяч? Нихрена себе, зачем тебе 200 тысяч? Для чего? Ну это вообще тогда никакой не сюрприз. А так был бы сюрприз. 200 тысяч, да. Лена, мы с тобой договаривались, мы экономим на все, мы ужимаемся, все вкладываем в бизнес, мы тратим не больше миллиона в год, специально, чтобы вот ужаться и вот 2 года ничего не тратить, чтобы потом нормально жить, как люди. Ужаться? Да. Антон, пойми, что человек сотворен на земле не для того, чтобы ужиматься, а для того, чтобы жить и кайфовать по жизни. Это... Если он будет ужиматься, то это будет уже не человек, а какое-то животное ужатое. Ты опять читала «Космо»? Нет, где это... новый номер, где? Это ВКонтакте так написано. Понятно. Я читаю только «Контакт». Так, Лена, я устал от этого, пожалуйста. Давай прекратим этот разговор, хорошо? Давай не будем больше об этом говорить. Антон, может, я тебе не нравлюсь? Ты мне нравишься. Может, ты меня не любишь? Я тебя люблю, Лена. Тогда все, не надо мне никаких подарков. Буду так в трусах ходить, понял? Нормально, ничего страшного. Я привык, мы с тобой так и познакомились, если помнишь. Этим стриптиз-клубом в нос тыкать! Так, Лена, все, успокойся. Не надо, все! Лена, все! Не надо никаких подарков, ничего! Лена, может, я тебе не нравлюсь? Ты мне нравишься. Может, я люблю тебя! Тихо!